Это мощная буровая установка предназначена для добычи твердых полезных ископаемых из скважин разных типов – вертикальных и наклонных. Как отмечает завод-изготовитель, машина способна конкурировать с иностранными аналогами, при том, что большая часть комплектующих – отечественного производства. Мы взяли показатели, конкретные показатели лучших иностранных машин и поставили задачу себе их перекрыть. Эта машина, я повторяю еще раз, практически состоит из тех узлов и агрегатов, которые делаются у нас на предприятии. Глубина бурения от 500 до 1350 метров. Управление автоматизировано, его регулируют переключатели на пульте. Аналогов ему нет даже в импортных машинах, а программой можно управлять с мобильного телефона из отдаленных территорий. Встроенные автоматические датчики предотвращают возможные аварийные ситуации. Внутренняя часть кабины утепленная, что позволит вести работы в суровых погодных условиях. Алтайскую разработку высоко оценили гости презентации. Эксперты из Москвы, Урала и Казахстана. Компактный, легко управляемый. То есть я бы сказал, что очень хороший станок, современный. То есть отвечает нашим сейчас требованиям. Руководство «Алтайгеомаша» намерено и дальше расширять модельный ряд установок и оборудования, внедряя собственные разработки. Для различных скважин, для различных направлений бурения, глубин бурения, надо иметь линейку машин, которые будут обеспечивать все эти вещи с наименьшей себестоимостью. Значит, сегодня завод к этому стремится, и сегодня на заводе практически эта линейка есть. О повышении конкурентоспособности и совместном развитии отрасли поговорили уже в ходе круглого стола. Руководство «Алтайгеомаша» готово выйти на серийное производство машин. Для этого у завода есть все необходимые мощности.